Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, и это продолжение партии за Хубилай Хана китайского Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с новым режимом корпорации и монополии. Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к началу партии, ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу, спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Религия. Да, минус лучник, к сожалению. Ну фиг ли ты тут стоишь, вот вопрос. Мисс, не слышно? Слышно. Мапучи, можешь, пожалуйста, кого-то подвинуть? Да, да. Так, сколько у нас тут зарядов? 3. Я бы, конечно, хотел этот мрамор обработать. Опа. Опа, 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 па. Что там? Испания, Шотландия. Война. Хорошо, что у нас здесь все мирно. Давайте вот так встану. Пока просто не знаю, куда этого. Ну, я бы сказал, что здесь подступы не очень хорошие. Ну, повоюйте немножко, если будет плохо, перестанете. Дайте денежку на ап. Ладно, дам. Это немного. Но зачем войну поддерживать? Это немного. Мне, конечно, выгодно, что они воюют. Мне невыгодно, что если кто-то кого-то захватит, понятно, да? Хотя там ислам сверху, я поэтому и веду сюда Гуанчжоу. Ну, мне надо самые крупные города обращать, а эти, по идее, должны сами обратиться. Тем более, если у меня будет 3 города обращено. Сейчас я думаю, Шотландию будет не до моего города, очевидно. Так, тут жилье появилось. Блин, мне правительственную площадь непонятно где ставить. Вот это вопрос. Вопрос вопросов. С ракет. Ну, вообще-то сахар стоило бы как-то... Давайте я пока встану так. Вообще я могу, может, попробовать у кого-нибудь денежек попросить. Пучу, последний раз подвинешь... Вот так подойду. Да, ну, вообще он должен уже скоро эту клетку захватить. А, он какую-то другую взял. Да ё-моё. Ну, вы прикалываетесь. Денег просто нету, поэтому надо рынки, а не науку делать. Но у меня, я пингалу сейчас прокачал, у меня должна быть немножко чуть... Чуть увеличится наука следующим ходом.
Ой, какой у тебя мапучий кампус красивый. Какой именно? У меня таких нет. Столица. А, у тебя еще и несколько таких? Понятно, почему у тебя два. Наука такая. Ну, второй еще не застроился. Пока один. Да, придется подождать. Давайте, слушай, давайте я лучше тогда коней обработаю. Дождемся уже, когда добавится сам. Так, здесь ставим. Боже, ну дайте походить, ну вы прикалываетесь, ну. Кстати, Шотландия. Почему игра. Центр коммерции не на реке поставил. Кстати, этот градус почему-то на плюс 3. Что на плюс 3? Как его? Рынок был. А, ну, вы поняли. ЦК на плюс 3. Там же на реке нету ничего. Отличненько. Так, этого давайте в Чаншу, наверное. Хотя нет, я бы на самом деле Тайюань обратил еще следующим. Так, Феанор, Влад. Нубия предложение, мапуче предложение, шотландец предложение. И на самом деле я бы купил эту клетку, потому что это... Следующим ходом куплю. Это... Ну, я не знаю, но под кампус без... центр коммерции на ночь стоит. Данди взят. Так, когда у нас следующий 160? Наверное, в Гуанчжоу. Блин, я не могу решить, на самом деле, в Гуанчжоу сюда мне ставить или сюда. Блин, тут еще варвары, нам надо будет сейчас туда идти. Знаете, наверное, сначала это... Блин, хотя... Я бы еще вот тут город поставил на самом деле. Мапуче еще предложение. Чтоб клетку эту купить. А деньги-то за что у меня забирать? Ну, просто надо 4 монетки. Тебе жалко, что ли? Нет, ну вернешь. Вернешь 5 с процентами. И гад, ты же... Иудаизм же у меня, я не понимаю, что началось. Ладно, я здесь сделаю производство. Еще то кажется, что с лесопилками Гуанчжоу будет помощнее, потому что тут слишком много у Чинду горы занимают лишних клеток. Так, какой у меня еще ресурс? Я что-то... Мрамор какой-то еще у меня был. Ну, несколько, я имею в виду их. Подождите, что-то я... А, перец, возможно, будет 2, да?
Это горы у Мапуче. Знаю, не выглядит так, что я в золотой век выйду. У меня такой вопрос. А, Фосил, когда попадает в зону контроля, он может после этого город поставить или нет? Нет. Спасибо. Но там есть типа чит, я не знаю, можно считать это багом или нет. Если он в зону контроля попадает с... Когда у него сопровождение есть, понимаешь? Ты убираешь у него сопровождение, и он может ставить город. Спасибо. Пока строительство... Да, тут нам надо исторические хроники будет ускорить. Но у меня еще ни одного кампуса даже не ставится. Исторические хроники, чтобы Лавента выполнить задание. Кстати, а что она дает? Гигантские... Ну, это фигня. Он там союзник, мне пофигу. Панец, посмотри сделку. Тландия, а у тебя есть какие-то шансы на спасение? Ты там борешься, я надеюсь? Панец. 25, 1, ну, Шотландии плохо. Будет, я просто этого игрока не нашел. С Испанией. Американец тоже, посмотри сделку. Блин, Шотландия где-то тут. Он даже в мечников и всадников не вышел, да. Ну, я понял, почему Дед Бородет решил его захватывать. Ну, у Деда Бородета другого выбора, в общем-то, нету. Побольше... Катя, еще вот тут можно где-то город будет поставить. О. Ну, я бы, конечно, несомненно, в эту сторону расселялся, чем в ту. Там грустнее. Блин, не дал. Только хотел туда встать. Пять варвары идут. Да что ж ты будешь делать? Так, давайте пока уйдем. Тут я рынок построил, да? Француз, посмотри сделки. А, давайте я кампус начну или все-таки караван? А, давайте караван купим здесь. Блин, или... ну тут варвары какие-то, да? Опять опасно. Еще одну посмотри. Давайте я здесь куплю посела, пойду сюда. Так, а с кем нам поторговать ресурсами? Давайте с Испанией. Ну, я написано два было, я не знаю. Может, он с какого-то города. Испанец предложение. Скорее всего, славенты. Ну, да, давай ты не будешь к Мапуче свою религию нести, потому что у меня своя будет. Ты кому говоришь? А, у Мапуче своя будет? Это Мапуче Нубей говорит. Да я понял, у тебя своя будет религия, так? А, у нас своя будет. У тебя своя будет? Да. У него что, своя религия будет? Ну, я Ватикан захватил, у него священка, скоро накапает. Значит, у него своя религия будет. Не может быть. А, швед, ты там... Сколько там религий осталось? Ну, мебийц, я понимаю, что ты тут прячешься дуболомом от лагеря, но я как раз иду лучником этот лагерь валить, мне как бы пройти надо. Алексей, а у вас своя религия будет? Да, как бы вот тоже его тут увалю потихоньку. Точнее, не сам лагерь, а вот лучника. Сейчас его убью, может, смогу пройти. Да. Так, ну, я пока
торговца, ну, в Пекине строю. Мне надо будет тут клетку вот эту выкупить. Я надеюсь, мне хватит денег. И я, наверное, караван буду уже к... Так, надо строительство феодализма отложить. Караван к... Отлично. К испанцу отправлять. Строительство. Это водяная мельница там нужна, да? По-моему. Да. Тут стены. Так, водяная мельница. Давайте в Пекине. Не, вообще, водяная мельница в Тайюане бы неплохо зашла, потому что тут у нас два риса. Давайте в нем построим. 8 ходов. Купить ее. 160, слушайте, это долго. Это долго. Придется. Американец, примешь проход? Не строить. Пойду на сахар. Я думаю, сахар должен добавится скоро. Либо сахар, либо тут мрамор. Что-то реально подтормаживает, да? Да, сахар. Да. Мне кажется, это даже не из-за меток, это просто какая-то хрень. Чё, хоста поменяем? Пс, парни, не хотите хоста поменять? Блин, я что-то сейчас в темный век свалюсь. Потом опять не было. Может, мне в темный век свалиться? У меня, правда, конечно, будет отставание по ноге. Кстати, у Мапучи 63. Без всякого... Ну, хотя у него с соседством, скорее всего. Это с соседством все-таки. Сейчас надо посмотреть, где у него. А нет, без соседства. Слушайте, 63. 63 науки без всякого соседства. Но у него явно... У меня же ни одного кампуса не построено. Да, блин, да и у него всего 3, наверное. Даже 2. Привет, испанец. А, он открыл... Где? Что он открыл? Вечер. Гильдию. Может кто-то дамку врубить или нет? Нет, исторические хроники у него открыты, да. Да, полагает. А, я понял. Хорошие игры. Так, надо бы, конечно, исторические хроники. Может, все-таки их открыть без... А, так у меня нету кампусов. Че, нафига мне исторические хроники? Если у меня нету кампусов, я не могу соседство поставить. А, давайте после выхода в следующую эпоху перерывчик сделаем. Я не против. Я тоже не против. Так, значит, эту давайте на золото куда? В Севилью. Ну-ка. А, мне же надо, чтобы... Думаю, что у меня не прокачалось? Мне надо сначала, чтобы торговый путь там сделался. Тогда только даст. Так, а вот это внутренние пути. Давайте из Гуанчжоу в Пекин. Сейчас будет фаст. Слушайте, а надо ли мне его захват? Может, все, мне в темный век все-таки свалиться? Я получу 2 очка и... Слушайте, я бы в темный век свой. Пускай Нубия захватывает этот город, да? Так, вот тут давайте лучника. Американец, я так понимаю, ты хочешь это подрезать, да, у меня немножко?
Нет, я просто открыть территорию, а то я за тебя не мог пройти нормально. А, понял. Там же за тобой еще, смотрю, есть огромное количество всего. А, ты меня, видимо, не понял. Я имею в виду великий торговец. А, не. Просто я, ну, там он же, получается, если ты юзаешь, он забирает, да, клетку? Да, он забирает, но я пока смотрю, какую клетку еще взять стоит. Меня пользуется просто больше не забирать, хорошо? Хорошо. Угу. Спасибо. Америка, сделку посмотри. Сейчас. Да, тут тыгдымкают кони. То с центром коммерции. Плюс 3 тут. Давайте, знаете что, давайте тут строителя сделаю. И реально вот здесь центр коммерции поставлю. Посмотрим, ну, убийц будет фаст кликать или нет. Я все-таки решил не брать лагерь. Но он должен взять, потому что у него на 3 ходят его вот эти лучники. У меня как бы ППшка, ну, правительственная площадь нужна. Нет, не фаст кликает. Так, мне нужно... Но сколько осталось? 3 хода. Значит, мне нужно еще одного купить. Еще одного купить. А, блин, там город поставил. Ну, слушайте, у меня это все должно все еще влезть по ходу. Неужели я эту метку не ему поставил? Слушай, ну мебиец, ну это некрасиво, ты город бахнул. Честно говоря. У тебя-то еще клетка есть на озере, красный. Одна. В столице. Ну то есть ты за меня решаешь, где мне город ставить? Я как бы метку поставил, просто извиняюсь, я разговариваю. А, это его метка? Я думал, это моя метка. Решил позже спросить про город, чтобы поставил. То есть он мне предлагает тут ставить. Ну я подумаю, как бы есть возможность, но я подумаю. Ну что, это что, нормальный город? Ну хотя тут мрамор есть. Ну, давайте я постою просто, пока не буду брать лагерь. Ладно, автомат поставлю. Все равно не пройти никак. Рынок. Торговец и... Так, слушайте, ну давайте тогда, наверное, здесь, получается, купим посело. Пойду сюда ставить. И вообще, еще бы сюда поставить, блин, но я уже не накоплю, похоже, да? 200. 4 хода, нет. Дед, слушай, я тебе там кидал предложение торговли, ты принял, а что ты не обратил внимания? Да. Хорошо. Слушай, может мне... А, блин, я хочу
посла. Просто мне надо бы соседство кампусов поставить. Чё я тут строю? Так, есть колесо. Давайте математику пока. Дальше здесь кампус. Наконец-то. В Чэнду тоже кампус. А, не хватает жителей. Кайф. Вот это говно мешается, я просто офигею. Как у меня тут все как-то... Так, раз у нас заканчивается два хода, да? Следующим ходом у меня будет 109. Но я не куплю. Я думаю, что можно... Шотландия, предложение. Купить рабочего. Предложение. И мне, кстати, ну, не забываю, что Оракул мне будет 25%, когда я буду покупать великих людей за веру, будет оставлять. Давайте глянем, что тут у нас. Военную подготовку открыли. Привет, Нубия. Привет. Так, ну феодализм можно открывать. Потом в наемники прям даже вот так идти. Норм, где там варвары. Шелят. А давайте. Слушайте, а давайте и... Опять же, у меня нету смысла исторические хроники открыть, потому что у меня нету кампусов. Мне некуда эту карточку на соседство ставить. Тут бы гавань открыть. Кстати, я вот тут куплю рабочего за веру следующим ходом. Вот именно здесь, потому что надо будет черепаху обработать. А второго ресурса, к сожалению, нету. Тридцать-35 маловато у меня науки. Ну, мне кажется, мапуче в первую очередь стоит Францию, по поводу Франции беспокоиться, потому что они с Францией-то ровненько идут. Ну, как ровненько, он опережает, конечно. Выкупаем... Все тормозит. Покупаем строителя здесь. Удаляем. Какой амбар, монумент. Тем более, что мы в темный век сейчас свалимся. Блин! Я думаю, я смогу здесь обработать. Ну, по идее, должен пройти, тут не будет варваров. Так, давайте из Тайюаня отправим. Я там сделку кину. Через 3 хода 30, а там. Тут вырубаем, ставим центр коммерции. Так. Испанец. Ты вот шотландский город Эр видишь? Что? Шотландский город Эр. Блин, не поставил.
Два. Купил без двух зарядов, купил рабочего сейчас. Вот я молодец. Так, две лояльности. Ну вот что это за фигня? Одного очка не хватает. Может против варваров поставить? Блин, вышел в нормальный век. Вот я дебил во всех местах, как всегда. Это я возвращаю Мапучи 4. Я же его четверку брал. Короче, тогда... Нет, давайте уже для следующего тогда вот этого убьем. Так, нужен храм, чтобы город Чэнду до 7 вырос быстрее. И где мне еще купить... А, не хватает. 60. Чуть-чуть не хватает веры, чтобы купить еще одного рабочего. Да, ну это хреново. Сейчас Мапучи в следующей эпохе полетит по науке. Так, напоминаю, что у нас сейчас перерывчик будет. Просто таймер уберу. В общем, нам надо в первую очередь раскачивать веру, науку и деньги. Это точно. Тем более... Культуру я как бы взял в верованиях. А, не, я деньги взял в верованиях. Блин, я думал, культуру взял. Так, стоп. Что мы здесь? Давайте лесопилки, пожалуй, делать. Центр коммерции. В нормальный век, к сожалению. Но я возьму, пожалуй... Блин, район или... Ладно, давайте, наверное, район. Хотя я уже довольно много районов построил. Не, ну я буду кампусы строить, ладно. Хотя, может... Ну, вот это сложновато будет, потому что я уже свои города обратил. Хотя... Не, понимаете, у всех вокруг меня есть религия. Не знаю. Тем более, что это надо обращать этими... именно миссионерами, а не сам, когда обращается. Это я, конечно, тупанул. Так, тут... Нет, у нас будет фаст-клик с шотландцем. И, по-моему, это одно место, где мы можем поставить, на самом деле. Он и там может тоже поставить. Вот это хреново, на самом деле. Он там может поставить, а я не могу поставить. Слушайте, а я не открыл же плавание. Так, ну давайте мореходство. Пока обработаем медь. Пекин, так, тут. На производство. Все как-то не очень, честно говоря. Ну, 100 веры теперь капает, конечно, прилично, но... Мне, видимо, веру можно будет тратить на... Ну вот, слушай, получается, давайте... все закончили ход. Я этого, видимо, торговца не смогу забрать. Сейчас я закончу, да. Я закончил уже. 8, да, его заберет Америка. Может, кто-нибудь в Союз скоро выходит? Я через 5 ходов выхожу. Ну, я тоже примерно так. Ну, я не знаю, что тут. Давайте против кавалерии. Против кавалерии? Кавалерии, да. Минус 5 легкой кавалерии. Минус 5 легкой кавалерии, да? Шотландец. И да, если я понимаю, что испанец пришел на лошадях, это ж вроде легкая. Ну, всадники. Ну да, это легкая. А, да.
Так. Ну а кто претензии генерирует, не генерирует? У кого тут у нас... Ну я тут больше всего... А, вон у американца, кстати. Давайте американцу, может. 100% претензий. А за что американцу-то? Ну у него больше всех влияние. Не знаю за что. А как тут еще выбрать? Давайте американцы, согласен. Я против американцев, например. По-хорошему, если он не будет там ничего типа делать, то это пофигу. На самом деле, такое предложение тут особо ни на что не влияющее. Ну, а вдруг он будет что-то делать? Тем более. А вдруг он будет что-то делать? Сейчас спрашиваю Хакусу. Да. Вот я за ним. А, то есть бразилец ближе. Так, легкая да. Кавалерия минус и генерирует американец. Все прошло. Бразилец, а ты тогда далеко оттуда? Ну, довольно, ну как, да, можно сказать, да. Что бразилец тебе по союзам? 5 ходов. Хорошо. Мне что-то подсказывает, что Мапуче будет на Нубию нападать. Так что Нубия, я бы на твоем месте приготовился. Потому что, во-первых, у тебя 12 сила городов. Во-вторых, у тебя золотой век. Я не очень представляю, чем мне готовиться, что гораздо страшнее. Кто знает, может на Китай. Апнуться, ну на Китай, вперед. Апнуться, юный-то апнуй, чтобы у тебя не было такая сила не, городов. Не, это понятно. И стены хотя бы в Керме построить. Спасибо за предупреждение. Ну за такие слова точно Китай может схватить. Ужас. Но у меня-то нормальный век, а у Нубии золотой. Ну давай, давай. Давай, давай. Я тоже давай. Приготовлюсь тогда. А, я не единственный, кто вышел. Просто у Мапучи... А я... Слушайте, а у Мапучи после золотого века плюс 5 или плюс 10, я забыл? СП или плюс 5, плюс 10 в обычном. То есть плюс 10, ну тем более. Тем более. Фу, слава богу, не, решил здесь не ставить город. А, слушайте, а он тут может поставить? Нет, там он, наверное, не может. Не, может, слушайте, у нас будет фастклик. Все-таки на постановку города. Главное не забыть Француз об этом. Уже в союзах? Нет. Долго еще? Блин, мне бы юнитов построить. Ходов 6, не? Ну вот, Француз, он заключить. С Мапуче? Ну давай, я готов, в принципе. Француз, ну через несколько ходов. Так, давайте вот здесь древние стены построим. Тут юнит. Пиши, храм Махабодхи тоже приятненько было бы, но нам юниты нужны. Давайте, наверное, поведем сюда смотреть. А, слушайте, тут плюс 4. Ну да, тут плюс 4 есть, а как я и говорил, тут будет плюс 4. Но тут плюс 4 без вырубания. Да, вот этого рабочего я, конечно, зря потерял. Он в рыцаре идет. Он рыцарями будет нападать. Но мне надо в летучие отряды.
Ну, это, знаете, вынеси стримера вот это вот. Скорее всего, действительно... Леша, ты ставишь камни. Город? Да. Спасибо, что напомнил. Сильно отваливается. Ну, 7,2, да, тут нужен будет... Слушайте, давайте, может, я открою уже исторические хроники, пойдем в союзы на всякие пожарные. Да ё-моё, ну что с лагами, ну? Так, летучие отряды это у нас от всадников. Собственно, поэтому я всадников и открываю. А где у нас тут стены? Дальше где-то. Где у нас плюс 100% при создании стен? Вроде ж не открыто. Вот, оборонительная тактика. Вот тут нам надо поставить. Сейчас исторические хроники откроем. Так. Может, все-таки кампус тут ставить? Или вообще посела? Не, посел долго. Давайте строителя. Ну, он, видимо, он мне дал поставить, просто потому что его испанец выносит. Как бы он решил. Я только чисто поэтому думаю... Блин, а может тут вообще купить? Я тут куплю... Нет, у меня, знаете, мне деньги нужны на апгрейд юнитов. Тем более, мне нужно наемников открыть два хода. А, кстати, я их ускорю. Я сейчас построю, у меня будет 8 юнитов, я думаю. У меня 3 лучника есть, да? Один дуболом 4. Сейчас всадников понаделаю. Так, так, плюс 100 оборонительных зданий. Пока так. И давайте соседство кампуса. Я думаю, все-таки на этого будет нападать, на нубия. Слишком, ну, слишком уж большой бонус плюс 10 против Золотого века. Это прям, прям хочется использовать, это понимаете? Здорово. Храм Артемиды кто-то достроил. Так, ну надо, наверное, Рейну давайте я в Лунси назначу, чтобы просто даже быстрее клетки добавлялись. И вот тут надо исследовать. На самом деле я еще могу города ставить здесь, могу ставить тут. Мне бы еще, на самом деле, построить. У меня мало было веры в прошлой эпохе. Ну, 84, ладно, это еще не так страшно. Это мы догоним, я думаю. Я хочу все-таки двух лошадей. Знаете что? Я, наверное, с... А Нубия вообще выйдет в союзы?
Ну, Беа, а ты, а у тебя до союзов сколько вообще? Ну, вообще говоря... Блин, может мне... Ну, короче, очень много, ходов 30. Слушай, а может мне попилить? Неплохо. Ну, у него же культура 10. Короче, тогда, короче, Мапуча, я тебе предлагаю военный союз и пилить Нубию. Тут как бы ему не помочь, значит. В смысле пилить? Я его один заберу. Ну, ты его один не заберешь, потому что как только ты объявишь ему войну, я ему тоже объявлю войну и как минимум заберу несколько городов. Просто военный союз быстрее это сделает. Ну, тогда, не знаю, мне это не особо нравится. А, тогда мы с тобой вдвоем воюем, да? Мне лучше с тобой... Мне тоже не особо нравится, если ты полностью заберешь Нубию. Ну, что ж поделать тогда? Да, госслужбу. Надо и наемников надо. Или давайте наемников, у меня следующим ходом госслужба ускорится, посмотрим, сколько даст. А у меня наемники не ускорились еще, да? Давайте морскую традицию немножко пооткрываем. Блин, я не убиваю, что ли? Да ё-моё, ну что с этими говном не так? Ну это какой-то прикол, ну ребят, серьезно. Такие лаги просто и... Я даже не обстрелял этого юнита. Так, Чэнду кампус. Блин, а чё я не поставил на плюс к строительству этих коников? Слушай, а там минус 5 же, да? К лёгкой кавалерии. Ну, неважно. Против городов 10-12 это пофигу. Будет, там у него сила будет не 44, а 39. Ну, вообще хреново. Поэтому, кстати, Мапуча в рыцари идет, у которых нету штрафа. Ну и рыцари сильнее, 40, 48. Блин, может мне реально тоже этих поделать? И, в общем-то, рыцари открывать. Нет, давайте пока так. Блин, мне нужен... Мне нужен одна шахта. Тут давайте я куплю рабочего. Так, здесь давайте колесницу. И следующим ходом... Давайте я следующим ходом госслужбу открою. Не, хочу. Мне надо карточку поставить на верховых юнитов. Ну, сейчас минус лучник. Мапуча, ты случайно Пятистую площадь еще не ставил, ну, друг? Ставил, конечно. Вот у меня такая классная ромашка там получается. Ну, просил бы вместо себя потом поставить.
Не понял, ты для Мапучи ставишь районы, что ли, уже? Нет, не ставлю, просто когда вдруг захватит, уж узнал там, что под ромашку делалось изначально. Вместо оборонительных зданий платно уже. А, тут все за один ход достроится нормально. Так. Есть два всадника. Наемники еще открываются. Дальше в гильдии давайте. Так, испанец, у тебя союзы уже есть? Короче, соседи, я в союзах, предлагайте. Я тоже в союзах, Бразилия, Мапучи, нужно что? Предложение Америка. Франция, я тебе скинул союз. А, испанец, ты не в союзах, ничего себе. А чё так? А, ты, наверное, в наёмники пошёл, да? Нет. Ну, я так смотрю, что у вас там застопорилось в Шотландии, это битвы. Да. А то ты другой союз какой-то хочешь? Давай в культурный лучше. Давай культурный, хорошо. Я скинул. Так, ну тут я уже открою летучий отряд. Так, потом надо, наверное, в машиностроение будет заглянуть. А потом так. То есть апну в арбалеты двух лучников. Ну, у меня деньги есть. Наемников у меня должно открыться само по себе. Я поставлю карточку на наемников. Место содержания юнитов. А что у нас тут еще? 100% священное место, 100% камп. Эх, жалко, Хабулай у меня не монгольский. Было бы мощно, я думаю. Ну, мы сейчас построим кампусы везде и по науке догоним Мапучи. Просто не хочу ему отдавать все эти города нумибийские. Тут мне надо будет где-то... Тут хреново, раз, два, три. Ну, мне, наверное, где-то сюда надо будет город поставить, скорее всего. А вот и наемники. Так, а уже надо ли мне ставить? Да, надо. Ой, не тем юнитом походил. Знаете, пойду этим юнитом поисследую территории здесь. Вот тут, а ну там, конечно, какой-то город Франции стоит, но похоже, там нельзя уже будет ставить никак. То есть у нас вот тут осталось поставить. И вот тут, наверное. Иди под продолжение. Пойдем предложение. Пока. Бразилия, сделка. Мне бы еще мечников построить. Мне надо трех мушкетеров для будущего. Это я хочу следить, когда он апнет. А где ты стоишь, что хочешь мне граница?
Так я приплыл, мне проплыть надо просто. У тебя верхний город там, где рыба обрабатывается, не обрабатывается еще точнее. Ну, если галерки, то можешь кинуть еще раз. Фиг знает, когда у нас с Нуби заканчивается дружба. Честно говоря. Я боюсь, что она может быть долго... Ну, вообще... Блин. Я думаю, где-то в районе 80-го хода, скорее всего. То есть довольно долго. Кинул. А испанец, такие, когда у тебя примерно эти союзы? Ну, 10. Фига себе. Все такие медленные. Конечно, мы сидим, у тебя 63 культуры, у мапучи 75, но у меня 41 поменьше, конечно, но тоже, а у этих 11, 15, такой 28. У меня без Колизея было бы столько же культуры. 11? То есть тебе Колизей дает 52 культуры? Процесс приложения. Ну, почти. Дает трех послов выбранным. Просто смотрю, стоит ли мне что-нибудь покупать за веру. Такая, например, в Париже, вот этого ученого. Прямо на пшеницу. Мгновенно создает университет и библиотеку. Хм. Может поделать проекты в Пекине? Прокачать сейчас Пингалу на гранты? Все, до свидания. Открыли ученичество. Так, у нас три хода до рыцарей. Хватит как раз еще одного, значит, делаем. Еще одну коляску делаем. Железо у нас завались. О, пошли апаться в рыцарей. Ну, меня он точно не может захватить. У меня та же армия, понимаете? Это невозможно захватить с той же армией в шестой циве людей. Пойдем тут мрамор обрабатывать. Тут пойдем лесопилку и потом сахар. Ну, я не смог устоять на плюс 5 кампус, уж извините. Уж пускай меня простит. Давайте-ка мы... Пойду бананы, пожалуй, а тут я пойду и так скаутом исследую. Так, строитель кампус, да, центр коммерции. Мой драк, я поставлю сюда город, ты не, ну, не выкупай клетки там или как. Мне кажется, тебе стоит ник поменять, тебя уже как угодно там склоняют. Ну там мой друг. Мой драк, понятно, ну типа, мои наркотики. Ну, дракс это вообще лекарство, на самом деле. Может переводиться еще этот наркотик? Для кого как? Куда ты хочешь город поставить? Так. Теперь
Давайте мы подумаем все-таки про... Просто у тебя реально еще места очень много, у меня типа так... Правительственную площадь, и, видимо, это вот сюда надо ставить будет. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!